Заграждение и колючая проволока. Так сегодня выглядит самый загруженный наземный пограничный переход в западном полушарии. В мексиканский город Тихуана прибыл караван центральноамериканских мигрантов. Они надеются нелегально перебраться на территорию США. Напряженность в городе последние дни нарастала. Прибывающие мигранты разбили временный палаточный лагерь на местном стадионе. Периодически они пытаются прорваться через полицейские и пограничные кордоны силой. Самая недавняя попытка прорвать границу была в выходные. В инциденте участвовало около 500 мигрантов. Полиции удалось людей остановить, однако КПП с американской стороны несколько часов оставался закрытым, что нарушило торговлю между странами. Жители Тихуаны недовольны таким положением дел. Я здесь работаю более 20 лет, и подобное происходит впервые. Это похоже на военную зону. Сюда прибыли тысячи и тысячи жителей Центральной Америки, чтобы незаконно попасть в США. В прошлом полиция закрывала на это глаза. Ни при каких обстоятельствах мы не позволим, чтобы в Тихуану вторгались недопустимыми способами. Мигранты, соберитесь и имейте уважение. Каждый день КПП Сан-Исидро пересекает около 70 тысяч автомобилей и 20 тысяч пешеходов. Власти США уже призвали людей по возможности пользоваться другими пунктами пропуска.